Добрый день. Сегодня опять я продолжаю говорить о мастере Валерии Дьяченко. Мы с ним познакомились на Лайфмастере. Он там размещает свои работы. Я тоже вот только что получил такие вот расчесочки по моим эскизам сделанные. Вот это мореный дуб. Где-то около 2000 лет. Очень качественный дуб. И инкрустации. Вот такие вот изделия продаю на Лайфмастере. Вот еще такая с мамонтом. Очень красивый, хороший подарок к Новому году. Вот, очень качественно сделано. Щесочка. Все из мореного дуба. Вот, я познакомился с Валерием Дьяченко на Лайфмастере. Вот и первый варган, который я у него приобрел. Вот, он мне немножко не понравился. Нет, инструмент очень хороший у этого мастера. По зазорам. Здесь были очень большие зазоры и был глухой звук. Я немножко решил его поправить. Провозился, ну, наверное, пару недель. Звук ловил, подтачивал язычок и прочее, прочее. Ну, стал немножко звонче звучать, звонче играть. Вот этот инструмент мне он очень нравится. Он управляемый, то есть он хорошо управляется, можно какие-то эффекты на нем изображать. Зазор все равно достаточно большой, но инструмент имеет уникальное звучание. Вот чем он отличается, то, что у него свой звук. Свой абсолютно необычный звук. Вот мастер как бы делает свои авторские работы, инструменты свои. Уникальный звук этого инструмента. Мне он очень нравится. Вот очень часто я на нем играю. Инструмент простой в управлении. Не промахиваешься при ударе по язычку. Сейчас на нем сыграю. Thank you.
Такой замечательный инструмент. У него долгое грание, долгий звук. Поэтому очень комфортно, хорошо играть. Можно вводить разные мелодии. Я считаю, что очень ценное приобретение моей коллекции. Большой привет, респект автору этих замечательных инструментов. Автор живет, как я уже говорил, в Белогорье, в таком сакральном месте. Говорится, влияет на него, на его творчество, делает еще другие музыкальные инструменты, можно у него приобрести. Вот. На этом заканчиваю свой обзор. Еще раз показываю органчик. Сделан просто, но со вкусом.